Приветствую. Хочу показать усовершенствованную модель Gyaluron Pen. Она уже идет универсальная на 2 шприца на 0,5 и 0,3 мл. За счет сменных вот таких вот насадок. Если предыдущие модели были рассчитаны только на какой-то определенный объем или 0,5 или 0,3, то это уже идет с насадками на выбор. Вот мы можем поставить насадку. Так. 0,5. Вот у нас шприц 0,5. Закрутили. Здесь идет уже у нас две шкалы, в отличие от предыдущих моделей, где идет только одна шкала. Слева у нас шкала на 0,5 мл, справа на 0,3. То есть ориентируемся в зависимости от того, какой мы применяем шприц и какая стоит насадка. Вот сейчас у нас стоит 0,5. Вот, ориентируемся по шкале слева. Выставили. Взвели, выстрелили. Вот, покажу сразу шприцы. Это у нас 0,3 шприц. Ой, 0,5 шприц. Это у нас 0,3. Разный диаметр резьбы. То есть сейчас я покажу насадкой 0,3 миллилитра. Так, вставили шприц 0,3, ориентируемся на шкалу справа. Все очень просто. Так, каждому шприцу безыгольному идет адаптер. Вот это вот адаптер у нас. Адаптер иглозаборник. Это у нас к 0,5 миллилитра. Здесь довольно-таки толстенькая игла для забора инсулина или политиков. Вот. И для 0,3 идет уже игла тонкая. Это уже для филлеров. Вот такая вот игла. То есть оба подходят к этому прибору, меняется только насадка. Вот так выглядят запакованные шприцы. Это я тут уже открыл один. Вот они. В фольге такой. Это 0,5. Вот идут 0,3 миллилитра шприцы. Вот так запакованы иглозаборники. Это 0,3, а это у нас 0,5. В принципе, все. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо.